Выпил, сел за руль, в тюрьму. Романтика. Вынесен приговор в отношении водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина дважды привлекался за пьяное вождение. Первые два раза отделался штрафами и обязательными работами. Видимо, это его ничему не научило. И в октябре 2018-го автолюбитель снова сел за руль под градусом. На этот раз прокуратура Фрунзенского района, поддержавшая гособвинение, просила суд привлечь авторецидивиста к более серьезному наказанию. Учитывая его историю такую негативную, по требованию государственного обвинителя судом уже было избрано наказание в виде реального лишения свободы. Таким образом, было назначено 6 месяцев лишения свободы, которое он будет отбывать уже реально в колонии поселения.